Поддержки и заботы много не бывает, особенно в тяжелые времена. Президент Владимир Путин утвердил создание Государственного фонда «Защитники Отечества», который занимается оказанием помощи ветеранам спецоперации. В Ульяновске открылся филиал этой структуры. Мы еще не успели открыться, а сегодня буквально в 9:00 уже пришел человек и спрашивает, как мне получить статус ветерана боевых действий. То есть здесь будут присутствовать практически все специалисты всех отраслей, которые необходимы данной категории граждан. Расположился филиал на первом этаже жилого дома номер 20 по улице Кирова. Помещение адаптировано для маломобильных граждан. Новая организация будет работать в режиме одного окна. Обратиться в нее смогут не только участники СВО, но и их семьи. Медицинская и психологическая помощь, переобучение, трудоустройство и многие другие меры социальной поддержки в одном месте. Губернатор Ульяновской области познакомился с местным руководством и специалистами. Я убежден, что фонд будет работать на самом высоком уровне, и мы справимся со всеми задачами, которые перед фондом стоят. В помещении сделали ремонт, обустроили школу ухода, конференц-зал и детскую комнату. Также на базе учреждения будут проводить кулинарные мастер-классы для детей. График работы филиала с 9:00 до 18:00 по будням. Суббота, воскресенье, выходные. И о сельчанах организаторы подумали. Для жителей области будут работать социальные координаторы. Это специалисты местных отделений соцзащиты. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.